друзья, всем привет из города Владивостока. Сегодня у нас воскресенье, температура воздуха минус 6, прохладно, но самое главное, светит солнце. Хотя оно и не греет, но все же, пусть будет лучше солнце, чем ветер. Прохладненько, друзья, всем привет. Сегодня выскочили на дежурство, сегодня мы на работе, сейчас мы едем с вами на заправку, на АЗС. Посмотрим, сколько у нас стоит солярка и бензин компании ННК. Интересно мне, просто интересно, друзья. Очень у нас что-то непонятное творится. И бензин подорожал, и солярка подорожала. А солярка так вообще куда-то в космос улетела. Так что тут, друзья, знаете, ой-ой-ой. Я тут как-то проезжал в той смене, посмотрел на солярку, какая-то коммерческая организация, их много, 87 рублей или 85, я не помню, или 87 даже рублей солярка. Блин, ну сейчас так невыгодно брать автомобиль, а я тут хотел взять грузовичок для работы, не легковой автомобиль, а грузовичок. Ну сейчас вообще в таких раздумьях, блин, это ж надо. Солярка сколько стоит, блин. И в минус себе работать неохота, конечно. Ну, блин, это же не дело. В минус себе работать. Если грузовик брать бензиновый, блин, ну они немножко слабоватые. Меня в 2000 году как-то привозили. Таунайс вроде, или не помню. Ну, что-то в этом роде. Тойотка какая-то была у меня. Таунайс, что ли, или какой? Не помню. Бензиновый. Я молоко, мне надо было молоко развозить, я вам рассказывал, молоко я возил с пограничного. 4 года возил молоко оттуда. И я вам скажу, я на него поставил бочку, но он был 750 килограмм, конечно, бочку, и в нее тонну, как говорится, молока, и он не тянул. Как бы тяга у него слабоватая. Бензиновый, как говорится, не сильно тянут. Хотя мне развозить тяжелого ничего не надо, может быть и бензиновый. Но один плюс только в бензиновом грузовичке, то что он заведется всегда. В любой мороз. В любой мороз заведется. Что-то сегодня Соболь не хочет ехать, друзья, вообще. Я тут ездил, давление мне мерили, я к терапевту ездил. Блин, еле-еле поднялся в горку. Что-то вообще не хочет ехать в такой холод. Не прогрелся. Когда прогреется, нормалек. Ну все, подъезжаем, сейчас посмотрим, сколько стоит бензин у нас. Так, мы тут подъезжаем. Так, ДТ 71-57, 92-й 57-70, 95-й 58-51. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Ну, конечно, подорожал, но здесь солярка еще более-менее. Опа. Опа. Начал заправляться. Говорю, мне 60 литров. А мне говорят, нет, у вас по карте только 50 осталось. Я говорю, ну давайте 50. Давайте 50. Оп. Не хочу ехать по объездной, что-то у меня желания такого нету. Опа. Неохота мне там ехать. Почему-то неохота. Проедемся здесь, если развернемся и в обраточку. Бам-бам-бам, бам-бам-бам. Так, Сингапур строится потихоньку. Да, уже остекление идет. Вот, бенза 75-77. Солярка. Но более-менее еще 75-77. Еще более-менее. Так, развернулись. Да, прохладненько сегодня, ничего не скажешь. Прохладненько. Минус 6. Да. А если подует ветер, то будет ощущаться как минус 15. Бам-бам-бам. Да, конец ноября.
Ну, нам обещают на 26-е, на 27-е какие-то осадки. Может быть, снег даже выпадет. Посмотрим. Павел Воля к нам приезжает 6 декабря, Фетисов Арена. Что ты будешь делать? Ничего себе. Павел Воля уже стал полноценным таким оратором. Ну, парень, он, конечно, неплохой, но я бы на него не пошел, честно говоря. Но это лично мое мнение, я за себя говорю. За себя говорю. Какой бы он ни был крутой комик, я бы на него не пошел бы. Так, забыл, кони-то стоят, стоят кони, нормально. Ну давай, я тебя жду, когда ты проедешь, девушка. Ну вот, ну вот. Опа. Мы вообще собирались, я говорил, да, друзья, может быть, забыл, что мы с супругой собирались покупать, конечно, какой-нибудь легковой автомобиль. Но тут пришел сын в гости и сказал: не-не-не-не-не, старый, я говорит, не попрет. Так не попрет, мне нужен грузовик, так что вы будете покупать грузовик. Ой, надо успеть. Ай, не успеваю. Ну, японский городовой. Чуть-чуть не успел. И он сказал, говорит, не-не-не, нужен грузовик. Я говорю, ну ладно, что, будем покупать грузовик. Грузовичок. Да. И солярка дорогая, и грузовики дорогие, блин. Как-то это все не вовремя. Это как всегда, что-то пошло не вовремя. Ну что у нас тут, развязочку, друзья? Должны сделать были до 15 октября, но что-то пошло не так. Но все догадываются, почему. Потому что, ну как всегда, куда-то девались деньги. Ну понятно, куда девались. Но они кому-то понадобились срочно. Но делают что-то, делают тут развязку. Думаю, на следующий год должны сделать. Должны развязочку сделать. Ладно. Где наша не пропадала? Ерунда. Все сделаю потихоньку. В России так. Так, ну все, мы тут заехали на русскую. Доезжаем до Кутузова. Они такие красивые троллейбусы у нас. Уже который раз замечаю, что они, как говорится, едут автономно. Блин, ну прикольно, прикольно. Четко, конечно, сделано. Опа! Так, друзья, я приехал, что хотел сказать. У нас телефон не алло. Я сейчас вот раз, наверное, говорил. Все. А мы ездили, к терапевту ездили, я забыл. Надо это самое, в детской инфекции сказать, что я сегодня дежурю. Дать им номер телефона свой. Но у них есть мой номер телефона. Сказать, что я просто дежурю, чтобы они могли со мной созвониться. А мы что-то ездили к терапевту и забыли. Японский городовой, так что надо срочно съездить. А то потом мне могут сделать выговор. Так. Могут сделать выговор. То солнце светит, то не светит. И японский городовой. А то мне могут сделать выговор. Это да. Скажут, как это ты так? У нас же как всегда. О, я думаю, что такое? А я там даже окно не, а дверь не закрыл. Ну, Игорь Николаевич, все быстро. Так что давайте съездим туда. О, сразу открывает. Опа, отлично. Опа. Быстренько я добрался, быстренько. Все. Все. Мы сделали. Хорошее дело, сказали на всякий случай.
спасибо огромное. Ну, мало ли что случится, мало ли кого-то надо вести и не дозвониться, и не подъехать, ничего так тоже нельзя. Хотя бардака здесь столько много, друзья, я вот все вам не расскажешь. Но бардак тут такой, что ой-ой-ой. Я не думал, что в госструктурах такой бардак. Думал, раньше там еще, ну, в 90-е, понятно, там. В 90-е там, может быть, там что-то бардак был. Но не думал, что сейчас такой бардак. А тут не то, что бардак, друзья. Тут просто какой-то хаос бывает вообще. Никто друг друга не понимает. Платят то же самое, друзья. Думаете, платят то, что я устроился 48 тысяч рублей? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, я вам скажу. В том месяце вообще мне заплатили 43. Ну, тут такое. Ну, я вам говорю, тут кто как хочет, кто так может, короче. Тут непонятно, тут вот такие вот дела. Ладно. Бардака здесь хватает. Ладно, мы на дежурстве, наше дело все сделать по красоте. Помочь людям, детям, кому там сможем, там, тому поможем. А остальное уже это ерунда. Батон, передай всем привет, батончик, красавчик, батон. Красавчик. Ты хороший мальчик. Мы с тобой сегодня дежурим. Ты хороший мальчик. Ты хороший мальчик. Кушай. И какая нога у него. А он не ест так, балуется. Грызет потихо. Каша у него там есть, греется. Ладно, загонять не буду. Что, сейчас все равно температура уже не такая большая. Сейчас посмотрим. Немножко, наверное, температура спала. Чуть-чуть-то уже, наверное, к обеду сейчас должна спасть. Упасть немного. Да нет, что-то минус 6. А нет, минус 4, да. Чувствуется, что не так сильно. Не так сильно холодно. Так, там Стас со своим таунайсом ковыряется. Что-то у него сигналка пропала. Чуть-чуть помогаю ему. Ему чуть-чуть помогаю. То одному неудобно там. Кофейку взял. Оп. Ну что, открутил, Стас? Ага, почти. Почти. Оп. Короче, я разобрался тут, что куда. Разобрался? Ну, правильно. Это синее питание приходит с аккумулятора. Ну. Вот это масло идет. Масло. Да. Ага. Красное идет уже на сигнал. Угу. И все. А масса на сигнал отдельно идет. А в чем тогда проблема? Не знаю. Ну в чем-то проблема. Ну мне что-то ты правильно с самого начала начал говорить, что все, вся проблема, наверное, мне кажется, что в массе в какой-то. Где-то массы нету. Опа, все. Стас поехал за обедом. Все отлично. Стас поехал за обедом. Все, мы сделали ему сигналку. Сигналка у него там не работала. Немножко все заржавело. Чуть-чуть. Заржавело немножко. Опа. А вы сейчас с ним сталкивались? Заржавело все. Интересно, отсюда берет, нет, этот пульт. Ага, берет. Тюк-тюк-тюк. Так, самое плохое, что не работает телефон. Ну, с другой стороны, хорошо, не работает, не работает. Зато здесь сидеть не надо. Вот сидеть целый день и ничем не заниматься, а вот тут сидит только на телефоне и слушать его. Это, с одной стороны, хорошо, я тебе свой номер телефона дал, мне надо, позвонят на сотовый, он у меня там заряжается, и все отлично, и все окей. Загнал Соболя, короче, в гараж. В гараж загнал. А то что-то мне на улице стоит, потом только топливо жрет, больше ничего. Пусть здесь стоит в тепле.
тепле, это хорошо. Так, друзья, ну, первая заявка пришла. 14:28, полтретьего. Съездим с вами за кровью, съездим в центр, посмотрим, что у нас. Опа. Что у нас там творится в городе? Так, воскресенье, время 14:34, все стоит колом, улица Русская, все как всегда. Я-то думал, что сейчас я проеду так спокойненько, без кипиша. Ага, сейчас проедешь ты тут без кипиша. Японский городовой, куда все поехали? Куда все помчались? Так, с Русской мы немножко выбрались. Так, полетели, полетели. Опа. Так, здесь на столетие тоже не все так просто, не все так просто. Все куда-то едут. У всех свои дела. Все едут по суете. Так, проехали Молодежную, проезжаем озеро Чан. И на путепроводе я смотрю более-менее нормально. Опа! Так, друзья, я только тут приехал, мне сразу тут все уклали, положили. Я сразу поехал обратно. Ну, нормально доехали так, без всяких проблем. Без всяких пробок, скажем так. Так, на Русской немножко. Все, едем обратно. Едем обратно. А спереди меня едет Терсон. Тойота Терсон. А-ля 90-е. У меня такой же был автомобиль, не у меня был, а у знакомого такой же был, Терсон. Опа. Похож на Корсу. Корса тоже такая же, корыто было. Но надежная корыто была, надежная. Рассекала я на таком. Так, заправка Октан. Что там у нас? 92-й, 62-97. 95, 69, 97. Почти 70 рублей 95. Ну, солярка покруче будет. Солярка вообще в космос улетела. Так, время 5 часов. Стас уехал за едой. Я опять один. Так, я опять один. Машину хочу загнать. Сразу. Не знаю, вечером поедем, не поедем мы куда-нибудь. Сразу машину загоню. И все. Чтобы, если что, она была у меня в тепле. Вы не поверите, у меня сегодня... О, куда я книжку убрал? У меня сегодня... У меня ночью заявка поваров забирать. Только одна. С Никифорова. Женщину забрать с Никифорова и все. И привезти в пищеблок. Обалдеть. Не знаю, завтра понедельник, не выходной. Сами что ли приедут или что? Не могу понять. Опа. Будем заезжать. Опа. Заедем. Опа. Все. Опа. Все отлично. Сейчас батону покушать дадим. Опа, если он будет, конечно. Опа. Если он будет. Он, конечно, может и покушать, а может и нет. У него тут. В этот раз у него котлетосов нету, вообще плоховато. Давай батон, давай.
Котлеточек нету, у него тут мясо, рис, что-то такое. Вон, видите? А, перловка тут с этим, с тушенкой. Ну ладно, больше ничего нету. Что теперь? Батон, ну нету ничего сегодня. Давай, кушай. Друзья, всем добрый вечер. Я тут опять, меня послали за кровью съездить. Я съездил и тут в Пятерочку пойду зайду, хочу водички купить. Ко мне сын приезжал, он там керхер купил, мы с ним его немножко испытывали, мыли, стирали, убирали. Ай-яй, такие вот дела. Сейчас водички возьму и все. Пожалуйста. Так, где у них тут водичка продается? Посмотрим. Яблоки 239, 216. Яйца все по 229. Сейчас водичку найдем. Вот тут где-то должна быть водичка. Так тут же пиво. Нет, я пиво не хочу. Я не хочу пиво. Пиво по 134. Конфетосы. Конфетосы мы не едим. А где вода? Сейчас найдем. Упал здесь у Пятерочки. Представляете, упал. Ой, бордюр начал подниматься. И что-то зацепился. И бам, и упал. Ёлки-моталки. Ладно, поехали. Взял водичку, полторашку шмаковки. Шмаковки взял. Опа. Все, едем. А мы приехали. Все отлично. Батон, сейчас и до тебя дойдут вопросы. Вопросы. Я ему насыпал, надо посмотреть, покушал или не покушал. Может быть ему сухарей насыпать. Может быть. Так, сейчас посмотрим. Так, мне тут надо уборки территории сделать, уборку территории, и все. И займемся батоном. О, хороший фильм «Возмездие». Так, я решил сразу с батоном вопрос решить, чтобы потом мне уже не возвращаться. Я там уже буду мыть полы, потом спотею, потом промокну, потом охлаждусь и будет... Чего у тебя тут? Ну, смотрю-ка ты... Не сильно ты это самое, скажем так, хочешь кушать. Да? Все, батон. Ну что я тебе дам? У меня ничего нету, блин. Но я только тебе это высыплю, дам тебе сухариков. Ну не хочет он эту перловку есть с этим, э, с
тушенкой. Типа того. Ну шляпа, он говорит, это все. Шляпа. Понимаете, я батон. Понимаю, ладно, высыпем. Сухариков тебе насыпем. Ну сухарики, думаю, лучше будут, наверное, чем что-нибудь другое. На, кушай, да. Хотя бы сухариков кушай. Кушай, да. Батон, у меня ничего нету, у меня там есть две сосиски, я с тобой потом поделюсь. У меня есть там две сосиски, я ему дам чуть-чуть. Опа! Ладно, занимаемся уборкой территории. Фу. Ну все, друзья, я, короче, готовлюсь ко сну, сейчас поем, поужинаю. Машину поставил, немножко обтер, кофе на утро налил сразу. Чтобы не было никаких проблем. Так что мы с вами до утра. До утра, до утра. Опа. Я ему говорил, у меня там одна заявка всего. На Никифора съездим быстренько, бам-бам-бам. И потом съездим там в детскую инфекцию. И все, и будет все окей, все будет нормально. А вы, как всегда, задавайте какие-нибудь вопросики. Ну, друзья, что я вам хотел сказать по поводу того, что, конечно, контент не такой, как бы вам хотелось. Я все прекрасно понимаю, но... Сейчас, наверное, в ближайшем будущем, ну не знаю, когда это будет, конечно, но, наверное, думаю, после Нового года я уже, может быть, возьмем грузовик и буду уже там ездить по своим, как говорится, рабочим делам, подрабатывать, и тогда уже контент будет более-менее хороший. Так что прошу не отписываться, может все настроиться, все будет окей, вам будет, как будет интересно смотреть меня. Так что давайте до утра, все окей. Всем доброе утро, друзья. Оп. Оп-оп-оп. Все, поехали. Съездим. Поваров привезем. То у меня одна заявка и все. Быстренько. Опа. Ну все, друзья. Можно сказать, на 99,9 мы уже все сделали. Практически все сделали. Осталось только напарнику передать автомобиль. Газ. Соболь. И все. И все окей. И будем отдыхать.